Доброго времени суток! Вы на канале Нет Соло, это канал о вязании. Меня зовут Валентина. Данный ролик это одна из частей подробного видео про то, как можно связать спицами шаль или бактус треугольной формы с простым узором и каймой. С самого начала мы нарисуем схему узора. Дальше по схеме свяжем шаль и в конце украсим ее каймой, которую тоже научимся вязать спицами. Очень подробно рассматриваем все моменты, которые могут вызвать сложность в прочтении схемы или в вязании. Я показываю, как начинаю вязать шаль треугольной формы, как расширяется полотно и, по сути, как вяжется каждый ряд. Объясняю, почему тот или иной участок полотна вяжу так, а не иначе. Все части этого видео будут размещены в одном плейлисте. Ссылку на этот плейлист вы сможете найти внизу под роликом. А также я оставлю ссылки на каждую из частей данного видео, также под роликом. Приглашаю вас вязать такую или похожую шаль. Итак, я завершила вязать свою шаль до каймы. Вот такое огромное полотно получается. Сейчас развернуть я не смогу, так как мне не позволит леска это сделать. Размеры пока еще тоже рано говорить, до блокировки, когда шаль будет постирана, заблокирована, тогда мы узнаем точный размер, который получился у этой шали. Сориентировать я могу вас по размеру моей шали вот таким образом. От центральной линии посчитать ромбики до края. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15 и вот половинка 16. Сейчас я буду приступать к вязанию каймы и покажу вам, как я буду это делать. На схеме я вам покажу, какой ряд я последним провязала в платке. Это был вот этот ряд, там где есть вытянутая петля. То есть я провязала лицевой ряд с вытянутой петлей и потом изнаночный ряд тоже с вытянутой петлей. И остановилась. Дальше я буду начинать вывязывать кайму. Я уже нарисовала тот ряд, который я провязала последним с вытянутыми петлями. Здесь у меня будет указано только лицевые ряды, так же как и на схеме, по которой мы вязали платок. И сейчас в первую очередь мы дорисуем ромбы, которые завершаются, то есть которые имеют свою вершину. Вот между вытянутыми петлями 9 лицевых петель, а затем они сужаются с обеих сторон, то есть формируются углы ромбов, верхушки ромбов. Давайте нарисуем сейчас сужение этих ромбов. Значит, я вяжу сейчас уже не 9, а 7 лицевых петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующем ряду я рисую 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. В следующем ряду я рисую 3 лицевые петли. 1, 2, 3. И сверху еще одну. Теперь обозначим на нашей схеме петли, которые мы провязываем вместе, так как я вам показывала на предыдущей схеме, мы это делали. Вот эти две петли мы провяжем вместе. Вот эти. Эту пока не трогаем. С этой стороны вот эти две и вот эти две. А верхушка ромба у нас формируется из трех лицевых петель. То есть из трех мы провязываем одну лицевую с центральной петлей, которая идет посередине. Вот мы нарисовали 3 петли, которые провяжем вместе. И таким же образом я сейчас нарисую вот этот ромб. Теперь я обозначу накиды, которые располагаются возле ромба. Точно так же, как я делала на предыдущей схеме. И сейчас мы с вами нарисуем схему узора, которая поможет непосредственно сформировать кайму нашего платка. Вначале для этого над вытянутой петлей сейчас я обозначу 4 лицевые петли вверх.
Раз, два, три, четыре. И вот здесь у нас вытянутая петля на схеме. Я здесь тоже обозначу 4 лицевые петли. С этой стороны то же самое. С обеих сторон верхних 3 лицевых петель, то есть 1, 2, 3, вот эту петлю мы не трогаем. Значит, с этой стороны и с этой стороны мы нарисуем скрещенные накиды. Здесь мы накиды не рисуем, рисуем только возле верхних лицевых петель. И заполним то пространство, которое у нас осталось между вот этой центральной петлей с накидами и верхушкой ромба, которую мы с вами нарисовали. Как вы видите, вот этот ряд, который идет после ряда с вытянутой петлей, у нас без изменений. То есть мы его провяжем точно так же, как мы его провязывали в предыдущей схеме. А уже следующий ряд имеет изменения, это накиды. И за счет вот этих накидов в следующем ряду увеличивается количество петель между ромбами. Давайте эти петли нарисуем. То есть вот здесь у нас в предыдущем ряду был накид, как и в старой схеме. Поэтому вот между скрещенным накидом и этим накидом, который возле ромба, мы рисуем одну лицевую петлю, которая формируется из вот этого накида. С этой стороны то же самое. Рисуем одну лицевую петлю. А в следующем ряду мы нарисуем уже больше лицевых петель. За счет вот этого накида у нас появляется одна лицевая петля, которая провязывается из вот этого накида. Затем из этой лицевой петли провязывается лицевая петля. И из вот этого накида провязывается лицевая петля. Итак, у нас здесь 3 лицевые петли. И здесь то же самое. Одна лицевая петля, которая из накида провязывается скрещенного. Затем из вот этой лицевой петли еще одна лицевая петля. И из вот этого накида еще одна лицевая петля. В следующем ряду мы также добавляем одну петлю, то есть вот эта схема следующего ряда также отличается от предыдущей схемы. Значит, из вот этого скрещенного накида мы провяжем лицевую петлю, вот она. Вот из вот этой лицевой петли, соответственно, тоже лицевую петлю провяжем. Вот эта лицевая петля, рисуем ее. Вот эта лицевая петля, рисуем ее. И накид, вот здесь он находится в предыдущем ряду, мы тоже из него провяжем после изнаночного ряда здесь лицевую петлю. Итак, здесь получается между накидами уже 1, 2, 3, 4, 5 лицевых петель. С этой стороны рисуем точно так же. Вот с этого накида скрещенного мы вывязываем лицевую петлю. Дальше у нас идет вот лицевая петля, мы ее провязываем тоже как лицевую петлю в лицевом ряду. В изнаночном, соответственно, это будут изнаночные петли. Вот из этой лицевой петли тоже идет лицевая петля. Из этой лицевой петли тоже лицевая петля. И из вот этого накида тоже у нас в лицевом ряду будет лицевая петля. Итого с этой стороны между накидами тоже 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и по краям мы нарисуем то же самое, только с одной стороны. Вот по такой схеме мы с вами свяжем нашу кайму. Давайте прочитаем, к примеру, вот этот ряд. Я поставлю напротив него точку. Значит, здесь у нас идет лицевая петля. После лицевой петли мы делаем скрещенный накид. После накида провязываем лицевую петлю. Делаем накид, провязываем 2 петли вместе лицевой, 3 лицевые петли, 2 петли вместе лицевой, накид, лицевая петля, накид, лицевая петля, накид, вот эти накиды скрещенные, лицевая петля, обычный накид, 2 петли вместе лицевой,
3 петли лицевыми, 2 петли вместе лицевой, накид, лицевая петля, скрещенный накид и лицевая петля. Как я вам сказала, я остановилась в вязании своего платка вот на этом ряду, то есть я провязала ряд там, где есть вытянутые петли с лицевой стороны и с изнаночной стороны. И сейчас мне нужно приступить к вязанию вот этого ряда. Начинаем вывязывать кайму. Вяжем вот этот ряд. Значит, сначала у нас идет платочная вязка, мы ее провязываем также 5 петель лицевыми, как и раньше это делали. После маркера я должна сделать накид для расширения полотна. Затем я должна провязать вот эту петлю. Вот она на схеме у нас. Я провязываю эту петлю. После этой петли я делаю накид. Затем после накида, вы видите на схеме, мы провязываем 2 петли вместе лицевой. Так как у нас здесь идет ромбик на сужение, и с правой стороны мы провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо, то и в данном случае, когда мы вывязываем кайму, когда завершаем вот эти ромбики, мы поступаем точно так же. То есть с правой стороны провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. После 2 петель с наклоном вправо мы вяжем 5 петель лицевыми. Раз, два, три. 4, 5, и затем перед вытянутой петлей у нас идет 2 петли, которые мы должны провязать вместе с наклоном влево. Провязываем эти 2 петли вместе с наклоном влево. Затем делаем накид и вяжем лицевую петлю из той, которая была вытянутая. После этой лицевой петли делаем накид и провязываем точно так же, как мы провязали вот этот ромбик. То есть схема этого ряда, как вы заметили, пока у нас не меняется. После накида вяжем 2 петли вместе с наклоном вправо, 5 петель лицевых, 2 петли вместе с наклоном влево, накид. Лицевая петля, накид и так далее. То же самое с этим ромбиком мы делаем, то есть сужаем его. И таким образом вяжем до центральной петли. Итак, я почти довязала до центральной петли. Вот у меня идет центральная петля, и мне перед этой петлей осталось сформировать один ромб. Значит, вот здесь у меня провязана петля лицевая. Я после лицевой петли делаю накид и затем формирую ромб с правой стороны. То есть провязываю 2 петли вместе, лицевой, с наклоном вправо. Затем 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. После этих 5 петель лицевых 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. И перед центральной петлей у нас остается еще одна петля, вокруг которой мы сделаем накид. Один накид, лицевая петля, провязываем ее лицевой. И один накид перед центральной петлей. Провязываем центральную петлю и вяжем с этой стороны то же самое. Накид, лицевая петля, накид. Дальше начинаем формировать первый ромб с этой стороны от центральной петли. Сначала 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, затем 5 петель лицевых, две петли вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, и затем то же самое, то есть формируем тоже ромб. И таким образом мы будем вязать сейчас до края платка. И перед платочной вязкой я еще раз вам напомню, мы уже этот ряд вязали,
Но я сейчас еще раз напомню вам, как мы будем провязывать вот здесь последнюю петлю. Итак, я довязала почти до края платка, мне осталось сформировать один ромб, вот он, и провязать лицевую петлю с накидами и платочную вязку. Значит, вот здесь у меня провязана была лицевая петля, которая идет из вытянутой петли. Я делаю накид, затем провязываю две петли вместе с наклоном вправо. 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли вместе с наклоном влево. Вот видите, у меня до маркера остается 3 петли, но я провязываю 2 из них вместе лицевой с наклоном влево. Затем делаю накид, провязываю эту петлю лицевой, делаю накид и перебрасываю маркер. Дальше я вяжу платочную вязку, то есть 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Все, вот этот ряд мы с вами провязали до конца. Я этот ряд вам уже показывала. Мы вязали этот ряд по той схеме старой, когда вывязывали полотно несколько раз. Но так как у нас сейчас формируется кайма, я решила вам еще раз напомнить. Сейчас я поверну работу на изнаночную сторону и с изнаночной стороны провяжу все как обычно. То есть первые 5 петель лицевые, последние 5 петель после последнего маркера тоже лицевые, а между вот этими двумя маркерами, первым и последним, все абсолютно петли, включая накиды, я провяжу изнаночными. Итак, вяжу следующий ряд, это изнаночный ряд. Итак, я провязала изнаночный ряд, я обозначила здесь лицевые ряды, которые у меня уже провязаны. И сейчас я приступаю к вязанию следующего ряда, вот он находится на схеме. И давайте посмотрим на полотно, где находятся вот эти петли, где у нас будут идти накиды. Значит, они находятся там, где у нас вытянутая была петля. Вот вытянутая петля, вот вытянутая петля и так дальше. Мы сделаем такой же рисунок по краю платка. В принципе, можно было бы сделать половинку этого рисунка, но мне хочется сделать его полностью, поэтому я провяжу по этой же схеме вот этот участок точно так же, как над вытянутой петлей. Значит, вот здесь у нас находится ромб, который продолжает сужаться. Вот он на схеме. И в этом ряду здесь идет 2 петли вместе с наклоном вправо, затем 3 лицевые петли, 2 петли вместе с наклоном влево. И между вот этими ромбами у нас находится рисунок, который уже образует нашу кайму. Давайте начнем вязать. Значит, сначала мы опять же таки формируем, дальше продолжаем формировать платочный узор 5 петель. То есть провязываем эти 5 петель лицевыми. Перебрасываем маркер и дальше смотрим. Вот у нас идет ромб. Вот он, 7 петель. До этих 7 петель ромба у нас есть еще 3 петли. И центральную из этих петель мы провяжем таким образом, чтобы вокруг этой петли у нас были скрещены накиды. Давайте мы сейчас это сделаем. После маркера мы продолжаем расширять полотно, то есть делаем накид, провязываем одну петлю лицевую из этих трех, затем делаем скрещенный накид. Каким образом я буду делать накид? С этой стороны внимательно посмотрите. То есть с правой стороны от петли, где мы делаем накиды, я оборачиваю ниточку вот таким образом. Еще раз покажу. Подвожу палец под рабочую нить и прокручиваю таким образом, чтобы вот эта рабочая нить от мотка была сверху пальца. И набрасываю на правую спицу. Накид я сделала. Провязываю лицевую петлю. Теперь после этой лицевой петли я формирую накид с этой стороны.
Здесь я его буду делать наоборот. То есть у меня рабочая нить от мотка, вот она сюда идет, да? Я просто набрасываю на указательный палец и поворачиваю в обратную сторону, вот так. Провязали накид, вяжем лицевую петлю, делаем накид и формируем угол ромба. С правой стороны, как обычно, провязываем 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо, 3 петли лицевые и 2 петли вместе с наклоном влево. Ромб сформирован. Теперь мы подошли к следующему участку, где у нас идет 3 лицевые петли перед следующим ромбом. И вот здесь центральная петля находится из этих трех, вокруг которой мы будем формировать накиды. Вот на схеме находится эта петля вот здесь. Вот она. Вот этот ряд мы провязываем. Вот здесь это центральная петля. Вокруг этой петли 2 накида. И с этой стороны накида 1 лицевая петля. И с этой стороны этого накида тоже 1 лицевая петля. Давайте мы провяжем по схеме. Давайте я вам покажу еще раз. Внимательно, пожалуйста, посмотрите. Значит, после этого ромба мы делаем накид. После накида провязываем лицевую петлю. И вот находится петля этого участка. Она центральная из этих трех. Вокруг этой петли мы будем сейчас делать скрещенные накиды. Перед петлей делаем накид. Вот так. То есть я завожу палец под рабочую нить, перекручиваю вот так и набрасываю на правую спицу. Провязываю эту петлю лицевой. А с этой стороны вот лицевой петли у меня обычно расположена рабочая нить. Вот так. И я прокручиваю ее в обратную сторону. Накиды скрещенные с лицевой петлей, центральной провязаны. Одна лицевая петля. Делаем накид. И видим следующий ромбик. Сужаем этот ромбик, формируем угол. Две петли вместе с наклоном вправо сначала. Три лицевые петли. Две петли вместе с наклоном влево. И после ромба делаем накид. Дальше опять идет участок, где мы будем формировать вокруг центральной петли скрещенные накиды. Значит, после вот этого накида, который идет после ромба, мы провязываем лицевую петлю. И повторяю еще раз этот фрагмент, как провязать. Смотрите, идет рабочая нить. Я подвожу палец указательный под рабочую нить. Поднимаю его и разворачиваю таким образом, чтобы рабочая нить от клубка была вот сверху, вот так. И завожу правую спицу с этой стороны от себя в этот накид скрещенный и затягиваю. Провязываю эту центральную среднюю петлю из трех. И с этой стороны от центральной петли провязываем накид в обратную сторону. Здесь, как обычно, я подвожу указательный палец под рабочую нить и разворачиваю в обратную сторону. Развернула. Теперь завожу правую спицу рабочую к себе, вот в петлю, с этой стороны, с той стороны, к себе завожу и затягиваю. Вот так получается. И провязываю лицевую петлю. После лицевой петли делаю накид и вяжу следующий ромб. С правой стороны провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые петли, затем с левой стороны 2 петли вместе с наклоном влево и мы довязали до следующего участка, то есть перед следующим
ромбом. Вот он, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель ромба. Мы видим 3 лицевые петли, из которых мы должны сформировать 5 с накидами. Значит, после вот этого ромба делаю накид, провязываю лицевую петлю первую из этих трех и вторую петлю лицевую среднюю, пока не трогаю. Перед этой петлей я делаю скрещенный накид. И давайте еще раз покажу, как я буду это делать. Значит, первый накид перед средней вот этой петлей я делаю следующим образом. Завожу палец под рабочую нить, прокручиваю и правой спицей ввожу от себя вот так в эту петлю и затягиваю. Теперь провязываю эту среднюю петлю и с этой стороны прокручиваю накид в обратную сторону. То есть, как обычно, я накидываю рабочую нить на указательный палец, прокручиваю и уже с обратной стороны завожу правую рабочую спицу и затягиваю эту петлю. Вот так. Провязываю еще одну лицевую петлю, делаю накид и формирую следующий ромб. И таким образом я буду вязать до центральной петли. Я надеюсь, я понятно объяснила. Если у вас что-то не получается, попробуйте сначала потренироваться делать эти скрещенные накиды на каком-то маленьком участке полотна, то есть не на платке, который вы вяжете, а на образце. Если вы будете повторять эти действия, которые я вам показала, так как я вам показываю, у вас все получится. Итак, вяжем до центральной петли. Итак, я провязала петли в этом ряду почти до центральной петли, вот центральная линия. И перед центральной линией у меня есть 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Значит, мы их провяжем сейчас точно таким же образом. Я делаю накид после ромба, который я провязала. Обычный накид. Затем провязываю лицевую петлю. После этой лицевой петли из этих 3 лицевых петель идет средняя, вокруг которой мы делаем накиды скрещенные. И с правой стороны от этой петли сейчас я делаю вот так накид. То есть подвожу указательный палец под рабочую нить, вот так разворачиваю и рабочую спицу завожу от себя в эту петлю и затягиваю ее. Вот так. Провязываю эту среднюю петлю. И с этой стороны уже в обратную сторону поворачиваю накид. То есть у меня сейчас рабочая нить лежит на указательном пальце. Я разворачиваю вот таким образом и завожу рабочую спицу в эту петлю, образовавшуюся, к себе вот так. И затягиваю. Провязываю следующую лицевую петлю. И перед центральной петлей делаю обычный накид, провязываю центральную петлю лицевой, после центральной петли делаю обычный накид. И дальше у меня перед ромбом идет точно такие же 3 лицевые петли. Первую из них я провязываю обычно лицевой, затем идет вторая, это средняя, вокруг которой мы формируем скрещенные накиды. Я набрасываю рабочую нить вот так, как я вам показывала сначала. Завожу рабочую спицу в петлю от себя и затягиваю. Провязываю среднюю петлю и формирую еще один накид уже в обратную сторону. Вот так. Провязываю еще одну лицевую петлю и дальше вяжу ромб. И таким образом я буду вязать до конца этого ряда. В конце ряда я покажу вам, каким образом я провязываю этот участок перед платочной вязкой. Итак, я довязала почти до края платка. Вот я провязала ромб. Вот он. И у меня перед маркером осталось 3 лицевые петли. Значит, после ромба я делаю обычный накид. Затем провязываю первую из этих 3 лицевых петель лицевой. Затем после этой лицевой петли перед второй петлей, она средняя получается, я делаю скрещенный накид, так как я вам показывала, с правой стороны вот этой петли. То есть подвожу указательный палец под рабочую нить, заворачиваю вот таким образом и от себя в петлю, образовавшуюся, ввожу спицу.
Вот так. Затягиваем. Провязываю лицевой петлей среднюю петлю. Затем с этой стороны от этой средней петли я тоже делаю скрещенный накид, но уже в обратную сторону его закручиваю. То есть у меня вот сейчас идет рабочая нить на указательном пальце. Я расположение ее не меняю, просто прокручиваю так, чтобы удобно было захватить правой рабочей спицей эту петлю. Ввожу к себе, получается, в эту петлю спицу и затягиваю на спице эту петлю. Все. Последняя петля провязывается лицевой. Перед маркером, как обычно, мы делаем накид для расширения полотна. Перебрасываю маркер и провязываю оставшиеся 5 петель лицевыми для платочного узора. Этот ряд мы провязали с вами до конца. Я сейчас поверну работу на изнаночную сторону и покажу вам, как я буду вязать с изнаночной стороны этот ряд. Я повернула работу на изнаночную сторону, и с этой стороны я провяжу этот ряд, как и все изнаночные ряды. То есть первые 5 петель я вяжу лицевыми. Раз, два, три, четыре, пять. Это до маркера, для того, чтобы платочная вязка у нас продолжала формироваться. Перебрасываю маркер и дальше. У меня здесь идут и скрещенные накиды, и обычные. Почему я вам показываю этот ряд? Для того, чтобы показать, как я провязываю скрещенные накиды, в принципе. Значит, первый накид у нас обычный, я его провязываю изнаночной петлей. Далее идет изнаночная петля, провязываю изнаночной петлей. Потом у нас идет скрещенный накид. Я провязываю этот скрещенный накид изнаночной петлей. Так, чтобы он остался скрещенным. Вот так. Изнаночная петля. Изнаночной петлей провязываю. И следующий скрещенный накид. Подвожу спицу правую вот снизу вверх. Вот так к себе завожу. И провязываю этот скрещенный накид тоже изнаночной петлей. Так, чтобы эти накиды не развернулись и остались скрещенными. И таким образом я вяжу все петли, в том числе накиды, скрещенные и обычные, изнаночными петлями до конца ряда. Я провязала изнаночный ряд до конца, повернула работу, и мы продолжаем с вами вязать кайму. Вяжем предпоследний ряд, который мы нарисовали на схеме. Вот он. Значит, сейчас сначала мы провяжем, как обычно, платочную вязку в начале. 5 петель. Раз, два, три, четыре, пять. Перебрасываю маркер, делаю накид для расширения полотна. И затем сразу же следующий фрагмент идет, где у нас есть средняя петля, вокруг которой мы делаем скрещенные накиды. Вот считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Из них 1, 2, 3, 4 петля, это средняя петля. И вокруг этой петли мы будем делать скрещенные накиды. Значит, мы сделали сначала обычный накид для расширения полотна. И вяжем 3 петли лицевые. 1, 2, 3. Провязали 3 петли лицевые. Видим среднюю петлю. В предыдущем лицевом ряду мы здесь сделали тоже скрещенные накиды. И вокруг этой же петли сейчас мы тоже сделаем скрещенные накиды. Я вам показывала, как я это делаю в предыдущем лицевом ряду. Точно так же я сделаю скрещенные накиды и в этот раз. То есть с этой стороны, с правой стороны от средней петли мы разворачиваем рабочую нить вот таким образом. Провязываем среднюю петлю лицевой и с левой стороны от средней петли мы разворачиваем в обратную сторону накид. Вот таким образом. И провязываем 3 петли лицевые. 1, 2, 3. Делаю обычный накид, не скрещенный. И далее у нас идет ромб, который сужается. Поэтому с обеих сторон мы провязываем 2 петли вместе лицевой. С правой стороны. С наклоном вправо лицевая петля и с левой стороны ромба с наклоном влево.
2 петли вместе, провязали. Следующий фрагмент, там где тоже есть средняя петля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 петель, из них 4 петля, 1, 2, 3, 4, вот 4 петля, она средняя, то есть по эту сторону 3 петли остается и по эту сторону 3 петли остается. Значит, вокруг этой петли мы тоже будем делать скрещенные накиды. После ромба я делаю обычный накид, затем вяжу 3 петли лицевые, 1, 2, 3, идет средняя петля, вокруг которой я делаю скрещенные накиды. С правой стороны от средней петли я оборачиваю рабочую нить вокруг пальца вот таким образом. Среднюю петлю провязываю лицевой и с левой стороны в обратную сторону разворачиваю накид. Вот так. И 3 петли лицевые. 1, 2, 3. Делаем обычный накид. И вяжем следующий ромб, сужаем его. С правой стороны провязываем сначала 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая петля, затем 2 петли вместе с наклоном влево. Делаем накид и идет следующий фрагмент, который мы провязываем точно так же, как и предыдущие, где мы делали скрещенные накиды. 3 петли лицевые. 1, 2, 3. Затем скрещенный накид. Лицевая. Скрещенный накид в обратную сторону. 3 лицевые петли. Обычный накид. И сужаем следующий ромб. Таким образом я буду вязать до центральной петли. Итак, у нас вот идет центральная петля. Центральная петля платка имеется в виду. Перед центральной петлей у нас фрагмент, который с средней петлей и вокруг средней петли идут скрещенные накиды. И вот сейчас я провязала ромб, который идет на сужение. Сейчас сделаю накид и провяжу вместе с вами перед центральной петлей этот фрагмент узора, который с скрещенными накидами. Значит, вяжем, как обычно, в этом ряду 3 петли лицевые. После 3 петель лицевых делаем скрещенный накид. Лицевую петлю провязываем. И после средней лицевой петли делаем также скрещенный накид, но в обратную сторону. Вот так. Провязываем 3 петли лицевые. И как раз вот здесь находится наша центральная петля платка. Перед этой центральной петлей делаем накид. Провязываем лицевой петлей центральную петлю платка. Делаем еще раз накид. И затем мы вяжем фрагмент, который скрещенными накидами. Значит, вяжем 3 петли лицевые. Делаем скрещенный накид сначала с правой стороны вот в эту сторону. Среднюю петлю провязываем лицевой. Затем скрещенный накид вот в обратную сторону, как я вам показывала. 3 петли лицевые. Накид. И дальше уже идет ромб. Сужаем этот ромб. То есть с правой стороны провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. Лицевая петля и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Делаем накид и опять фрагмент, где есть по центру возле средней петли скрещенные накиды. То есть вот этот фрагмент, потом ромб сужаем, фрагмент с накидами, ромб сужаем и таким образом мы вяжем до края платка. Итак, я довязываю этот ряд до конца. До маркера мне осталось провязать тот фрагмент, который идет со скрещенными накидами. Вот здесь у меня ромб, который на сужение идет. Я делаю после него накид обычный и вяжу фрагмент с накидами скрещенными. Значит, идет сначала 3 лицевые петли, затем скрещенный накид, который мы делаем с правой стороны.
Средняя петля, провязываем ее лицевой. Скрещенный накид после этой петли в обратную сторону. 3 лицевые петли. И перед маркером обычный накид. Перебрасываем маркер и вяжем 5 петель лицевых для формирования платочного узора. Закончили вязать ряд. Я сейчас поверну работу на обратную сторону и с изнаночной стороны провяжу все петли, которые между маркерами, между вот этим крайним маркером и затем по краю полотна другому. Вот здесь он находится. Вот. Все петли между этими маркерами, в том числе обычные накиды и скрещенные накиды, я провяжу изнаночными. Только крайние 5 петель с этой стороны и с этой стороны я провязываю лицевыми. Итак, я провязала изнаночный ряд до конца и продолжаю вязание. Сейчас мне осталось провязать последний ряд схемы нашей каймы. Как обычно, в начале до маркера вяжем 5 петель лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Перебрасываем маркер. Затем у нас в начале идет фрагмент с накидами скрещенными. Здесь у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. Из них средняя центральная это 6 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот она. 6 петля это центральная петля, и вокруг этой петли мы будем делать скрещенные накиды. Вот на схеме этот фрагмент. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5 петель лицевых, скрещенный накид, средняя петля, скрещенный накид, 5 петель лицевых и затем ромб, который сужается, и здесь уже формируется его верхушка. Итак, вяжем последний ряд. После маркера делаем обычный накид, вяжем 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. После 5 петель лицевых делаем скрещенный накид, как мы делаем его с правой стороны. Я вам показывала. Провязываем среднюю петлю, затем делаем скрещенный накид с обратной стороны от средней петли в обратную сторону. И вяжем опять 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали вот этот фрагмент. Сейчас делаем накид, и у нас идет 3 петли ромба, которую мы сужаем, то есть мы сейчас сформируем верхушку ромба, как я ее формирую, я вам показывала раньше, и здесь мы сделаем то же самое, то есть с центральной средней петлей. Поменяла расположение первых двух петель и провязала 3 петли вместе лицевой. Делаем накид и вяжем следующий фрагмент с скрещенными накидами. Здесь тоже 11 петель. Вяжем 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем скрещенный накид, как мы делаем его с правой стороны от средней петли. Провязываем среднюю петлю лицевой. Делаем опять скрещенный накид в обратную сторону. И 5 петель лицевых. Провязали еще один фрагмент со скрещенными петлями вокруг средней петли. Делаем накид и провязываем следующие 3 петли вместе лицевой со средней петлей, которая идет по центру. Значит, меняем расположение первых двух петель, так чтобы у нас средняя петля оказалась сверху. И провязываем 3 петли вместе лицевой. Сформировали верхушку ромба. И таким образом, чередуя верхушка ромба, фрагмент, где идут скрещенные петли вокруг средней петли, верхушка ромба, этот фрагмент со скрещенными петлями, верхушка ромба, фрагмент и так далее, вяжем до середины платка, то есть до центральной линии платка. Итак, я довязала почти до центральной петли. Напоминаем, мы вяжем последний ряд. Вот этот фрагмент в последнем ряду, это участок с
накидами скрещенными. И почему я постоянно возвращаюсь к этой схеме каждый раз, когда у нас идет центральная петля. Я хотела бы обратить на это ваше внимание. Вокруг центральной петли, вот идет центральная петля, с этой стороны, то есть с правой стороны, и с левой стороны от центральной петли у нас идет фрагмент узора нашей каймы с скрещенными накидами, то есть не ромб, который сужается, а именно вот этот фрагмент. Будьте внимательны, чтобы не запутаться постоянно, перевешивайте поближе маркер и не пропустите центральную петлю. Итак, я остановилась перед фрагментом, где нужно провязать со скрещенными накидами возле средней петли. Значит, после того, как я провязала верхушку предыдущего ромба, я делаю накид, вяжу лицевые, раз, два, три, четыре, пять. Провязала 5 петель лицевых, вот средняя петля, перед этой петлей мы делаем скрещенный накид в одну сторону, провязываем среднюю петлю, и после этой петли мы делаем скрещенный накид в обратную сторону и вяжем 5 лицевых петель опять. Раз, два, три, четыре, пять. Фрагмент перед центральной петлей платка провязан до конца. Сейчас делаю накид перед центральной петлей, провязываю центральную петлю лицевой, делаю накид после центральной петли и вяжу такой же фрагмент с скрещенными накидами. Раз, два, три, четыре, пять петель лицевых, скрещенный накид в одну сторону, средняя петля лицевой, скрещенный накид в обратную сторону, 5 петель лицевых, раз, два, три, четыре, пять. Все, провязала. Дальше у нас идет как обычно, то есть чередуется ромб, который сужается, фрагмент с накидами, ромб, который сужается, фрагмент с накидами. И таким образом я вяжу до края платка. Итак, я довязала до края платка, мне осталось провязать один фрагмент со скрещенными накидами перед платочной вязкой. Значит, мы сейчас после того, как я сформировала верхушку ромба, делаем накид и вяжем 5 петель лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем скрещенный накид, которую делаем с правой стороны, средняя петля лицевой, скрещенный накид в обратную сторону, которая находится с левой стороны от средней петли, и 5 петель лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Накид, перебрасываем маркер и провязываем 5 петель лицевыми. Как вы обратили внимание, возле маркера, возле платочной вязки, у нас тоже идет фрагмент узора со скрещенными накидами. То есть не ромб, а фрагмент узора со скрещенными накидами. Итак, это и в конце, и в начале полотна. То есть вот здесь. Мы довязали последний ряд каймы до конца. Я сейчас поверну работу на изнаночную сторону, но провязывать изнаночными петлями изнаночный ряд не буду. Мы с изнаночной стороны сейчас будем закрывать петли. Итак, сейчас я буду приступать к закрытию петель. Закрывать петли я буду спицами при помощи протяжек. Есть две причины, почему я закрываю петли именно с изнаночной стороны, а не с лицевой. Первая причина — это то, что у нас рисунок нашей каймы завершен, и лишним рядом я не хотела бы его просто утяжелять. И вторая причина, когда я буду сейчас закрывать с протяжками наши петли, то я буду провязывать петли здесь лицевыми, а с лицевой стороны, соответственно, по краю будет образовываться изнаночный рубчик. И вот этот изнаночный рубчик, он будет перекликаться с платочной вязкой по краю платка. Приступаем к закрытию петель. Значит, первую петлю я снимаю, вторую петлю провязываю лицевой и протягиваю эту провязанную петлю через первую петлю, которую я сняла на правую спицу.
провязываю следующую петлю лицевой и протягиваю опять ее через ту петлю, которая расположена первой на правой спице. То же самое делаем. Провязываем следующую петлю и вот эту провязанную петлю протягиваем вот таким образом через ту петлю, которая была первой на правой спице. Еще одна провязывается таким же образом. Сейчас идет маркер, я его сбрасываю, он уже мне не нужен. И дальше у нас идет накид. Я его провязываю точно таким же образом, то есть провязываю лицевой и протягиваю эту провязанную петлю через ту, которая на правой спице была. Следующую петлю то же самое провязываю лицевой и протягиваю ее через ту петлю, которая на правой спице была. Следующая петля провязываю лицевой, протягиваю через ту петлю, которая на правой спице. Следующая петля таким же образом. Следующая петля таким же образом. Следующая петля таким же образом. И мы добрались до скрещенного накида. Его мы провязываем точно таким же образом. Лицевая петля. И протягиваем эту петлю через ту петлю, которая на правой спице. Следующая петля таким же образом. И еще один скрещенный накид. Провязываем тоже из него лицевую петлю с этой стороны. И протягиваем эту петлю через ту, которая расположена на правой спице. И таким образом я буду закрывать абсолютно все петли до края платка. Последнюю петлю я закрою точно таким же образом. Таким образом я закрою все петли до конца, включая последнюю петлю, спрячу кончики, аккуратно соблюдая инструкции, которые указаны на этикетке мотка пряжи, из которой я вязала этот платок, постираю его вручную. Затем влажным растяну аккуратно на горизонтальной поверхности, к которой можно безопасно прикрепить его булавками. Оставлю высыхать и уже потом, когда платок высохнет, готовый результат вам покажу. Шаль полностью готова, она была постирана, прошла блокировку. Вот так выглядит кайма. Вот таким образом выглядит узор после блокировки. Размер шали составляет размах крыльев 170 сантиметров. Размер от точки начала вязания до нижнего угла 80 сантиметров. Вес шали составил 92 грамма. На сегодня у меня все. Я вам желаю всем всего хорошего.